И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы зарубимся в Блицевич. Я открыл себе ИСа. Покрасил его в крутой цвет. Сейчас же Черная Пятница. Там идут эти скидки на камуфляже. Также тыковку сверху поставил, но ее что-то не видать. Ну, в бою ее видно, по крайней мере. Что могу сказать по танку? Пухов у него от КВ-1С сейчас у меня стоит. Топовую я еще не открыл. Буду открывать. И она мне уже не нравится, потому что на своем левеле она себя не ок ведет. Танки все красные, надо выцеливать лючки, камон, мне это не интересно. По броне, броня тоже, в отличие от КВ-шек, уже проседает, то есть 50 на 50. Либо пробьют, либо не пробьют. Танцуй, рамбом, стой. Что хочешь, делай, башни мотай, все равно пробивает. Но зато какой-нибудь КВ-3 подъезжает сбоку, в бочину стреляет почти что в упор и рикошет. Короче, рандом. Такие вот дела. Что еще могу сказать? А, смотрел гайды, короче, чтобы понять, как на нем играть, потому что вообще непонятно. Все говорят, проходной танк, просто быстренько его закрываем, идем дальше по ветке. Блин, проходной танк, я его 3 месяца буду, наверное, закрывать этот танк, потому что там такие цифры, это капец, 70 тысяч на новый танк. Я 50-то сколько фармил, месяц, блин, эти, наверное, 3 месяца буду фармить, плюс еще пушку надо купить, еще двигло, ну, гусеница, не знаю, буду брать, нет, потом, может быть. Ладно, откроем сундучки, поедем в бой. Если меня убьют, то, наверное, сяду на какую-нибудь елку. Там мне надо чуть-чуть осталось до пушки. Ну и чё ты? Денег, спасибо. Где мой танк? Дай мне синий танк, чувак. О, синий танк, смотрите, А-32. Стоп, а у меня он был, по-моему, такой танк. Ну-ка, подождите. Хе-хе, танк на халяву дали, прикольно. Не прем, конечно, но... Красота! Я на таком в Артундере катался, он прикольный там был. Прям имбовал на своем левеле вроде как. Ну да ладно. Если меня убьют, сядем вот на это вот говно, потому что я по-другому этот танк не могу назвать. Она вообще мне не поворачивает, она как, блин, трамвай вперед едет. И все, нажимаешь поворот, она градус немного меняет, и такая, о, в камень. Бу. Короче, не знаю, надо ей все менять. Сейчас я сделаю пушечку, чтобы чуть-чуть урон настреливать побольше, потому что это вообще не боеспособная какая-то пуха. А у этой, смотрите, какие характеристики сразу же. Бэмс! Ну вот что это такое? Что за нерфы стоковой техники? Мне это бесит. Берешь новый танк и ощущение, что тебя обманули где-то. Кошмар. Короче, будем кататься на ИСе, если сдохнем быстро, прям в начале боя, чтобы не ждать, пересядем на елочку. А так, поехали в бой. Итак, первый бой я решил проехаться на новом танчике, потому что у него X2 висела 1 минута, то есть, в принципе, можно сейчас проехаться, и оно откатится, а потом еще раз поедем, ну, когда сдохнем на КВХе. Что за танк, правда? ХЗ. Ну, типа, средний, да, или легкий? Средний. У Советов же БТ-хи легкие. Ну, сейчас меня кто-нибудь выцепит. Ну, прикольно, что он уже не понерфленный. То есть, вот, у него какие заявленные характеристики, такие есть. То есть, его качать не надо. Это прикольно. А я никого не вижу. Ну, сейчас меня кто-нибудь увидит. Стрельнет в бочину. Ну, они обычно вот здесь вот едут. Ну, что-то никого нет. Ну, блин, средний танк, давай, что ты там с ПТ-хами стоишь? Помогай, я один не поеду, это суицид. Так, двоих вижу. Что, к домикам поехать туда? Ну, меня сразу же поймают, вот, меня уже видать. А я никого не вижу. Ой, мне компьютер что-то сдох. Ага, вот где меня видать. Ну, ладно, поедем туда. Что-то их тут много. Дрынь. Это по мне уже стреляют? Кошмар. Или не по мне? Ну, короче, звуки выстрелов. Так, ну они все тут. А вот Матильду я, кстати, боюсь вообще. Она непробиваемая какая-то. Вот смотрите. Вот куда ее пробивать? ХЗ. Hello. И вот я опять один. Пацаны, спасайте меня, я боюсь. Вот ее вообще не пробить, смотрите, она вся красная. Вот что с ней делать? Убегать от нее? Имбу какую-то сделали. Или за Стюартом прятаться. На-на-на-на-на-на-на. Ну хотя бы его заберем. Ой.
Ну заберись. Ну хотя бы один. Я нажимаю. Ну вот с Матильдой я не знаю, что делать. Она непробиваемая вообще. Причем не такая уж и медленная. Ну, короче, понял, что за танк говнища. Нет, не говнища, может, прикольно, он такой резвый. Но мы выиграли, X2 взяли, миссия выполнена. Даже настреляли немного урона и кого-то убили. Замечательно, идем в бой на ИСе. Да, если меня кто-то смотрит, какой-нибудь про-игрок, скажите, что можно было сделать вот в этой вот ситуации, которая у меня возникла. Когда двое на тебя выпрыгнули, одного пробить не можешь, второй вроде пробивается, но вдвоем они тебя отжаривают. Как картошечку. Реклама, которую мы заслуживаем. Хрень какая-то. Siemens. Чистка посуды. Так, все, X2 у меня откатился, можно на ИСе угорать. Победа, ура! У меня теперь 100% танк. Стата повысилась, ура! И что, выпало? 60 тонн. Нормалек, нормалек. Ладно, поедем. Вот, тыква появилась. Видали, видали? Норм. Итак, погнали. Великий и могучий Иван Сосевич. Он тыква смотрит прикольно. Да, и почему-то я все время с опозданием стартую. Все уже уехали куда-то. Я такой, пацаны, ждите, я сейчас приеду. Плюс у меня еще двигло старое. Не вижу никого. Вперед! Блин, напал на меня пандус какой-то. Ой, меня кто видит-то? Кто сейчас меня видит? Вот эти уроды. Ироды. Сейчас я, смотрите, сделаю выстрел на миллион. На! Ха-ха-ха! Не ожидал! Все, я в откат ушел. Кыш от меня. Опа. У него уже очко жим-жим становится. Танцуем, мы сегодня танцуем, танцуем, танцуем. Видите, он пробивает. А я его уже плохо пробиваю. А он пробивает меня. А куда его стрелять? В НЛД? И он тоже мне в НЛД. Давайте, может, это, в клинче его попробуем. Вот вообще пробивает в талого. Ну, че, собака. Ну, клинчуем, клинчуем. Давай, мотай пухой, пухой, мотай пухой, мотай. Вот так вот, клинчевать можно, да, их, значит? Отъезжаем в НЛД. На, не попал. А нет, попал нормально. Клинчуем мы тебя сегодня. Нет, нет, нет. Собака сейчас меня в бочину кто-нибудь зарядит. Очень долгая перезарядка, просто кошмарная. Как-то так. Да, меня нагнули. Так, ехаем дальше. Фу, блин, не нравится мне эта пушка, очень медленная. Все-таки надо где-то сбоку стоять. И не выпендриваться. Пока ты ее перезарядишь, три раза в тебя попадут. Ну все, вот это вот меня бесит. Вот, вот что вы, пацаны, делаете? Почему нельзя трошануть, слиться и начать новый бой? Нет, надо вот так вот стоять и... Я подъехал. Нет, я. Нет, я. Я. Нет, ты давай. Нет, ты. Нет, давай ты. Давай я. Нет, ты. Давай. Давай, давай. Стреляй. Он открыт. Давай. Че тупишь? А, я в меня попали. Я отхожу, я отхожу. Мэйдэй, мэйдэй. Ну, короче, не нравится. Надо рашить. И пока они в шоке стоят. Как косой смерти проходиться по их рядам и выносить всех подряд. Но я тоже ссу, потому что один я туда не поеду. Потому что все стоят. Все стоят. Все поехали, я бы тоже поехал. Пойдемте за домик спрячемся. Дын-дын-дын-дын-дын. Сейчас я разряжусь. Говорю, не надо выезжать. И такой, как выехал? Такой, на тебе. Прелестно все у меня. Я не могу попасть в упор. Не дождался секунды сведения. Мужик, спасибо, что ты меня не прикрыл все-таки, да? Я сейчас... Пацаны, подождите, сейчас две минутки. Я перезарядился почти что. Перекурить пока, враги мои. КВ-1. О, вот он со стоковой пушкой не пробивает меня.
А я только шелохнулся, все, у меня круг разведения сразу же в срань господню улетел куда-то. Нет, так нереально попасть. Надо в упор подъезжать, либо в упор подъезжать. Но в упор не подъедешь, потому что кулдаун бешеный. Что делать? А эти стоят, угорают, уже двое сдохли. Может, что-то надо поменять в своей жизни, чуваки? Вы же здесь сдохнете, вас нагибают, надо позицию сменить. АРЛ. Орел. Исевич. Все, Камикадзеч поехал. Опа. О, молодец, Хелкат. Я тебя не заметил, я тебя поддержал. Сейчас тебя прикрою, мужик. Там ИС, правда, стоит, но я не боюсь. У меня пушка больше бьет. Главное не промахнуться, давай. Сводись, пожалуйста, у тебя слишком большой круг. Как долго ты сводишься, мать его? Готов. Ой-ой-ой, там еще кто-то. Ну, это АФК-шер, да? АФК? Вон. Надеюсь, АФК. Вот этот уже очку, видишь, видите, на очко присел. Ну такой, не, парни, го лайк по-братски. О-о-о-о, ты меня отвлек, собака ты такая сутулая, хотел лайк поставить. Ну, в смысле, написать что-нибудь. Ну ладно, давайте там рекламку посмотрим в ангаре. Знатные сливы. Видите, я все это разом пишу, я ничего никогда не вырезаю. Сейчас просто это в себя поверил, уже 8 минут записываю. Ну, у меня сегодня день такой легенький будет, так что, наверное, никто отвлекать не будет, даже на паузу не нажму. Так, по 10 минуток нарезки поделаем. Да покажите что-нибудь другое, уже запарили со своим Сименсом. Да-да-да-да, мы танцуем как дебилы, у нас посуда там сама моется. Ура! А я ее просто не мою, у меня куча свободного времени. Ем из грязной посуды, ей еще и денег сэкономил. Тем временем мы затащили бой, прям видели, как блестяще мы затащили его. И такие вот дела. Откроем еще один сундук. И, короче, это, рандом у меня пока остается рандомом. Я... Мало ситуаций таких, когда реально я тащу бой. Обычно просто Тима тащит. Да. А я там такой, пацаны, я с вами, можно, да, можно? Возьмите меня с собой. Да. Все, я в топе, пацаны. Сейчас будет ультра-нагиб. Да, сейчас сначала расправимся с КВХой третьей, потом Сухи напихаем, потом Т-43. Короче, будет минус 7 сейчас, смотрите. Внимание. Сохранил видосик. Пишем в чатик. Ололо, раш. Я дурак. И едем в бой. Прям рашим. Не по центру, конечно. По центру там стрёмно рашить. Все, сейчас будет супер геймплей. Как в Armor от Warfare. У нас куча жизнек. Мы воскрешаемся. Просто едем по центру. Смотрите. О, как я выехал. Блин, это было больно. Все, пацаны. Славик не остановим. Раш по центру! Не могу выцелиться. Давай, слишком боком. И не попал! Вот это да! Вперед! Раш по центру! Танкуй! Танкуй! Вперед! Давай, мужики, вперед! Видите? Он рикошетил, а мы-то нет. На, поджог, гори в аду, засранец. О, меня бьют. Мэйдэй, мэйдэй, пацаны, мэйдэй. Чё никто не едет-то? Ну, я так поприкалывался. На самом деле, немного посерьезнее, конечно, играю, но... Как-то так, да. Ну, почти что запинали полудохлую КВ. Кек-чебрек. Это прикол был, пацаны. Не судите меня по этому видосу. Я угораю. Я просто на самом деле хотел на елочке проехать, чтобы X2 забрать. Потому что на этом танке у меня уже есть X2. Люблю X2 собирать. Это такой прям супер такая морковка, которая сверху висит и заставляет тебя бежать вперед. X2. Заходишь такой, соберу X2. И 2 часа играешь, пока все X2 не соберешь. Потому что сливаешься. Как-то так, да. Вот мне в чатик написали. Что написали? Ну ты дебил. Я не подарок. Даун. Почему я даун? Что-то не так сделал. Ну и ладно. Это такой сленг прикольный. Ладно, посмотрим рекламу. О, смотри. Что за дичь толкает? ГВ, дайте прикольную рекламу какую-нибудь.
То вонючки, то вот это, посудомойки. Это, зато короткая, прикольная. Респект за короткую рекламу. Посмотрел и все, и в бой. Вот, на этом чуде техники поедем. Да? Поедем? Да. Сленг прикольный, через пробел, чтобы типа мат-фильтр не срабатывал. И такие, ты чего с ума сошел? Чисто такой уже этот, диалект блиц. Ой, я сначала подумал, нифига меня это, к бичам закинуло, а потом смотрю, я сам бич. Ну, блин, пацаны, это можно промотать, потому что на АМХ ЕЛЦ бис я вообще играть не умею. Еще сейчас ко мне приедут, я на паузу поставлю и полбоя простою, смотрите. Чекайте, инфа сотка. Едем. Едем, говорю, да, поехали. Как видите, скорости у меня не прибавилось, потому что я ничего не покупал, я по сути на стоке еду. Такие вот дела, да. Мне чувак такой пишет, ты уже 20 боев сыграл, какой ты сток, ты не сток. Так я же ничего не купил, мне не хватает бабла. Точнее, это опыта на новую пушку. Все, едем, смотрите, ПЗшечка, мы ее сейчас будем это... угнетать морально. Она одна, что ли? Нет, не одна. Здорово, мужик. На тебе. Ой, попал, собака. Скорость движения снижена, нет? А мы в того попадем? А чё ты остановился, дурак, что ли? Давайте починимся немножко. А, я убил землю. Пацаны, здорово, я тут мимо проезжаю. Мимо проезжаю, говорю, чё ты остановился-то? У меня палец с джойстика слез. Да, как-то так я все время не играю. Пытаюсь что-то сделать, но не получается у меня. Давай. Вот зачем ты в высоту стрельнул, мой любимый дружок? Рак. Перед вами рак. Здравствуйте, я рак. На самом деле, это мой коварный план. Знаете, в чем он заключается? Что все игры в блице 50% ты выигрываешь, 50% ты проигрываешь, да. Поэтому можно сильно не стараться, все равно Тима за тебя все сделает, да. Это моя официальная точка зрения. Ладно, я играю. Ну, блин, мне бесит этот танк, я просто хочу уже новую пушку поставить, у меня там чуть-чуть опыта осталось, и... Ну, опять победа, смотрите, мы опять затащили. Вот это тема. Да, бойтесь меня, я тащу игры, главное просто попасть мне... Не, ну правда, вы видели, танк вообще не поворотливый. У меня вот этот вот ИС круче поворачивается, чем та вот эта вот елка дебильная. Как на них вообще играть? Такой фановый сегодня будет летсплей, просто такие сливы по КД. Заехали, ворвались в бой, слились. Прям как в Авахе, только там ты появляешься, а тут надо новую катку начинать. Поехали. Тыковка. Эй, ну давай, едь. Все, поехал. Тыковка. Куда ехать мне? Подскажи мне, пожалуйста, тыковка. Едь, слейся, да? Слейся. Вон там того пацана мы видим? Видим, нет? Мы тебя видим, пацан? Нет, там горы. Поехали на... По-моему, нет, не ближе. Куда ехать, я не знаю. Ну там их много, поехали туда. А то там один наш пухает. Нужна помощь. Нужна помощь на А по-любому. Вон тому пацану, Сентинелю, это дотер. Я тебя вижу. Ой, я тебя вижу. Ой, да. Ой, ты мои вкусные 400 урона сейчас стоят. Смотрите, сейчас я подойду. Сейчас я прицелюсь вот здесь. Вот он стоит по-любому. Дайте свет мне. Свет дайте. Ну, давай. Чё ты сказал? Попал, нет? Не попал. Пам. Он сказал попам. Блин, я думал, это большой танк, это камень. Ну, по такому хрен попадешь. Он быстро едет. Да, хрен попадешь. Ау, о, нифига, 640 урона. Это, наверное, фугас был. О, вот это больно было, да. Это было больнее, чем те серые 640 урона. О, у него пуха, значит, такая же. А вы знаете, мы его сагрим. Сейчас ко мне прям подъедет. Мужик, не едь ко мне. Ты сейчас меня опять убьешь, я позорюсь. Блин, ну камон, как его вообще убивать? Все, отстань от меня, я поехал вниз. 5-1 остался. Я стою один на плацу.
Отстаньте от меня, уроды! А чё я так плохо еду? Типа чё? О, его буцкают, буцкают, давай. На тебе, чё? Хотел мне дать по щам и сам получил? Как тебе? Не подъедешь ты ко мне. А там кто-то сбоку подъезжает. Смотрите, прям вообще большая точка. Красная большая точка. Ой, очкую. Нет. О-хо-хо, рикошет. Ха-ха-ха, сдох. Я взглядом убиваю. Куда стрелять? Нормально? Как тебе? Давай ты еще подъезжай. Я на перезарядке, мужик. Подъезжай. Не ссы. Так, двое остались. Я тут уже все на очко сел, да? Нет? Он меня встречает? Ты дохнешь от моего взгляда, мужичок. КВ остался жив. А, блин. Ну, конечно, было потно, но, блин, я ничего не сделал. Я стоял как дебил такой. О, в меня стреляют. О, в меня стреляют. О, в меня стреляют. Капец. Блин, 8 минут уже пишем. Че, еще один бой, потом это, сохранимся. И выпала какая-то дичь, да, как всегда. Ну, с этих, по-моему, сундуков ничего не падает. Мне ни разу из них ничего не падало. Ладно, в бой, нам, видите, уже почти что хватает. Еще день, два, максимум три, и я куплю себе новую пушку. Ура! Блин, танк называется Шпик. СПИЦ. Шпик. От свинюшки оторвался, короче, чуть-чуть. И едет, сам теперь воюет. Опять, видите, уже бой идет, я только появился. Что за говно? Да ладно. 9 минут, нормально. Ой, блин, стою, смотрю на мужика. На Шпик, это Шпик. Шпик, стой, иди сюда. Блин, не сведусь я на него. На, Шпик удал, 400 урона. Ой-ой-ой, ко мне 43-ка едет. Вот она пробивает, да, я знаю этих, они злые. Надо. О, да теперь не пробил. Что за г? Сейчас перезарядимся. Может, Шпику сунуть? Нет, Шпику мы уже не сунем. Зато 43-ка прям вкусная вырезала, смотрите. Сводись, пожалуйста, давай, сводись. Умри. Замечательно. Готов. Опять Тима тащит, это прикольно. Мне нравится, когда Тима тащит. Ощущение, что я тащу, да. Тыковка, куда едем? В бой, в мясо. Давить гусеницами их всех. Ой-о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 й
Лучше этого тогда убить, да? Нет! Не пробил! Нет! Они сейчас затащат! Ну, благодаря мне убили эту суху. Братуху. Все, уехали. Сейчас этого со стилем этого перезарядимся и со стилем, да? Да, да, да. Можно? Нет? Нет, ладно, этого со стилем. Ты тоже вкусный. Оу, oh, yeah. Ну, неплохо. Я прям подумал, что мы сейчас всрём, но мы не всрали. И даже накиляли кого-то. И шпику засунули, главное. Шпик получил под шпик. Да, чудо не произошло. Все-таки 19к надо, а не 16. Ну, ладно. Значит, все-таки 3 дня еще играть мне. Так, меня там похвалили. Надо тоже в ответочку похвалить. Такой самоотсос. Взаимный лайкос. Да, неправильно я сказал немножко. Там про другое было. Владико-ладик. Владико-ладик, господи, чувак, ну у тебя и ник. Вот за ник надо прям супер поставить тебе лайкусик. Владико-ладик, ты где? Ты будешь у нас счастливчик, потому что у тебя крутой ник. Да. Владико-ладик. Он, наверное, всех лайкает. Так, хранилище, что у нас там есть? А, ну, бустера я их пока не юзаю. Только на опыт юзал, когда я ИСа открывал. Блин, купил себе прием, заюзал бустеров и пошел сливаться. Еле как его открыл, да. Примерно такой рецепт нужен. Прикольно, подбор, в принципе, почти что зеркальный. Это клево, да? Или нет? То есть, смотрите, там ИС, тигр, тигр. Ну, почти что тигр. Т и Т, видите? У них первые буквы одинаковые. И ток у нас есть. Ток, это же вообще тема, да? Имбовая вещь. 2 танка в одном. Еще бы сделали, как в этом. Как в...
в Хосе, или как он, Heroes of Storm, когда это, вдвоем играешь за одного героя, за этого, блин, ну, двухголовый такой дебил с дубиной. Здесь бы так же можно было. Один едет, другой из башни стреляет. И ХП у вас в два раза больше, и брони в два раза больше. Был прикольно такой мини-интерактивный ивент. А вот мы с братаном едем. Братан, ты какой-то новенький, ты что, только-только это из завода, да, вышел? Я, смотрите, уже пошорканный в боях, весь ржавый. Дружба Нася нашел. Ты будешь большая тыковка. Подскажи, куда ехать. И нас еще засветили уже. А кто? Карта прикольная. Вот эти вот цвета мне нравятся. Такие оранжевые, белые, голубое небо. Прям не стыдно будет умереть тут. А-а-а! Все, мэйдэй, мэйдэй, отходим. Тут враги. Он один, нет? Че, поедем на разведочку сходим. По центру раш. Руби. Ну это какой-то крутой у него, видите, танк тут. По-нерусски называется. Руби. О, давай я на тебя сведусь, можно? Как раз ты выйдешь, и я буду сведенный. Что, нельзя? Ну, пожалуйста. Ой, там еще один, смотрите, какой-то выехал. Вот, это нежданно, негаданно, да. Еще и КВХ его убил? А, Суха убил. Я перепутал. На тебя, подзатыльник. Не глядя, без прицела. Ой-ой-ой-ой-ой, опять меня сейчас будут сувать тут. Во все люки. Нет, не надо в меня стрелять. Нет, я слишком молод, я хочу жив. Жить. Сейчас же в землю попаду. Вот говно, а. 5 хп. Вот стою я на плацу. Один. Совсем один. И вот он меня пробивать сейчас будет. Да. Ну, короче, ни о чем. Тыковка меня не спас. Он убегает, видите? Я труп стою без тыковки на крыше. Ну, потому что он убегает. Он предатель. Его надо снимать. Он мне удачу понижает, статистику эту. Характеристику удача. Минус. Да. Че, поедем давайте на каком-нибудь другом танке, на котором есть X2, чтобы не ждать. Есть у меня один маленький французик. Дом такой с трубой. Тоже не знаю, как на нем играть, он очень специфичный. Мои вкусы очень специфичные. Я езжу на всяком говне. Вот на таком. Это что за танк вообще? Камон, блин, ребята. Это очень страшная машина какая-то. Да. И по традиции она тоже стоковая. Французы, вот они прям как вино. Чем стоковее, короче, тем круче. Чем старее, тем веселее, да. Весь тонкость вот этого вот геймплея можно почувствовать только на стоковом французике, которого еще кидают на левел выше. Ну, сейчас меня кинули на левел ниже, так что будет не сильно фаново, да. Вон у меня там комментарий кто-то лайкнул под алканавтером. Ладно. Я ничего против Украины не имею, пацаны. Я вообще вне политики. Не, конечно, я политичный, я херососил нашу власть, но, блин, к друзьям народам я вообще прям... Если вы украинцы, там будете на Байкале, приезжайте, всех в гости позову. Вы крутые пацаны. У меня много друзей с Украины. С Одессы, с Львова. С Донбасса. Да, есть парочка чуваков. Причем у нас это в Володах в гильдии были. Или не в Володах. Короче, в какой-то гильдии у нас были и типа, которые там живут и не там живут. И они нормально общаются, все норм. То есть это только политики срутся друг с другом. У нас все путем. Мы за войну только на экранах смартфонов и компьютеров. Да, блин, но они все там. Тут, ой-ой-ой-ой, БДСМ-ка вышла. Вот, ты меня не пробиваешь, ну все, я пошел это. Я, ой, блин, нет, все, я пацаны, передумал так башню ромбиком, да? На. Виляем, башню ромбиком, блин. Чинись, едем дальше. Надо бы еще пострелять, да, в кого-нибудь. Вот собака прострелил меня.
Давай, выйди, сволочь. О, так их там несколько. Но я ничего не могу сделать, мне иммобилизим. Да, французы это круто. Ну и пацаны уже не затащат, да. В принципе, можно было не сопротивляться, потому что бой проигранный. Да. Тоже как тюлень выехал, зачем я вот так вот еду? Надо как нормальные умные пацаны, за кустами стоишь, ждешь, пока все выиграют. А потом выезжаешь такой, пим-пим-пим-пим, колобаха, йоу, бичес. И такой, смотрите, меня мастера дали, потому что я шестерых убил. Ну как-то так, да. Так, чё, Исович? Откатился? Ну поехали на нем. Пока время есть. Вон, смотрите, у нас есть шпион, есть Иван Сосович, а есть I want so so which to. Короче, он шифруется. Это не русский, я знаю, это не русский, смотри. Ты буквы неправильно написал, мужик. Станисла 0876. Станисла? Окей, Станисла. А, давай быстрее. Собирай людей на турнир. Кто? Взвод, ЛТ, СТ. А, это Станисло, да. Мужик, собирай, мужик. Давай. Мы тебя прорекламировали на всю нашу многомиллионную аудиторию. Да, пацаны? Трактор, я тебя... Стой, блин. Ну, что ты сломался? Ой, ой, ой. Сейчас мне звонить, наверное, будут. Нет? А что за лаги были? Видели, да, как залагало? О, мужик потерял пол лица. Кто тебе так? Расскажи. Я за тебя отомщу. КВХ? Ой, как ты меня не выцелился? Ты, наверное, еще в перезарядке был. Давай, сведемся. Сведемся на этого парня. Давай, 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 давай. Пиу! Рикошет, видели? Прикольно, да, это был? Рикошетик. Ну, вроде нормально, такое напережение взял, чтобы он долетел, он все равно в это ребро ударился. А вот через ящички можно стрелять, да? Давайте попробуем. Хе-хе-хе-хе-хе! Получил? Не сдан. Ну, что ты ругаешься-то, Долсон 23? Ты сам слился, мы тебя не сливали. Надо как-нибудь вот так вот, может, уезжать. О, нифига ты что, обиделся, что ли, мужик? Танцуй, не танцуй, ты на ИСе. Ой. Ой. Ой, ВК. Дуров, верни стену. Сейчас я тебе убью взглядом, как я умею. Это мой скилл. Только я могу так делать. Убивать взглядом. Ой, сейчас чихну. Ой, чихнул. Пока чихал, все сдохли. Нет, не стреляй меня. А, собака, где? Аптечку, аптечку. Ну все, я тут уже все. Я тут ничего не сделал, их слишком много. Изи. Изи-бризи. Да ну нафиг, изи. Сейчас я тебе покажу изи, я сейчас надамажу. Ой, видали, какой, как я танканул, круто. На, последний дамажик, чтобы так прям побольше опыта дали, да. Ну просто вот что можно сделать, когда их раз, два, три, четыре, пять остается. Ну, я так не умею играть. Тут можно просто такого, пацаны, убивайте меня, я пошел чай наливать. Что по времени? 10 минут, давайте еще последнюю карточку сыграем. На этом же, наверное, танки ИСе, да. Да, все-таки летсплейчик посвящен ИСу. А так, сейчас я список танков посмотрю, можете любой выбрать, у меня потихоньку пополняется, потому что я не могу играть на одном танке долго, это очень скучно. Вот. Смотрите, что у меня по танкам есть. Вот. Короче, вот такое вот песчаное дерьмо у меня. Самый максимальный это ИС и гусь. Ну, я по ним делал обзорчики, так что даже не просите. Точнее, летсплейчики, господи. Какой вы обзор от моего разума и моих клешней. Короче, если хотите какой-то определенный летсплей, пишите, что-нибудь снимем. Да. А так, последний бой, и будем прощаться. Как про. Кстати, по-моему, у меня
толком не кидала к 8 левелам. К 7 кидает, либо к 7, 6, такое. А может, и кидала к 8. Я сейчас уже не вспомню, наверное. Да. А нет, были исы, исы были вроде, да. Ура! Мы едем. Едем? Да, едем. Так, куда поедем? Наверное, ко всем. Да, ко всем врагам. Ой, жескач. Так, давайте через бэшку там вот этого. КВ-1З или КВ-13. Кто ты такой? Попробуем с ним что-нибудь сделать. О, дом. Видели, как мы навелись на дом? Это было опасно. Ой-ой-ой-ой-ой, а ты чё такой? Нет! Светанул меня, уехал, да? Засранец. А сейчас будешь бить? Нет, ты уехал. Ну, мы тогда за тобой поедем. Нифига ты шустрый, да? Я прям, я думал, это КВ, короче. Я же не знаю, как КВ-13 выглядит, или КВ-1З. Наверное, 13 всё-таки. Хе-хе, поджопник получил, без сведения. Так, а вот 13-ый. А он, смотрите, он средний, он не тяжелый, он средний, он тоже какой-то другой. Опа, рикошет загорелся. Все, это ты зря в меня стрелял, мужик. Ну что, не выйдешь, что ли? Ну выйди. Ой! А это ты кто? Вот это было жестко. Вот это было жестко, да. А, ну блин, пацаны, счет, видите. Все. Это стрёмный последний бой. Надо кого-нибудь слить хотя бы. Сольем, нет? У тебя сольем, мужик, нет? Не, сольем, конечно. Гусеницу сбил. Все равно тебя забодаем. Вон-то все мажут по мне. Я не победим, да. Ладно, мне уже надоело на самом деле играть. Так себе бой. Но зато посмотрели, что есть КВ средний. Я даже не знал, что средний КВ есть. Я думал, то он ли тяжелые танки. Надо на него поглядеть в этом. Вообще, вот этот супер раковый бой, наверное, топ раковый бой из всех моих раковых вот этих вот боев, которые я записал. Хотя там еще на елке был прикольный раковый бой. Короче, пишите, какой у меня самый раковый бой получился, да. Будет прикольно, наверное. Если это вообще кто-то смотреть будет. Блин, Блиц, камон. Никто тебя не смотрит, Блиц. Но мне охота запечатлить свой этот... скилл, как он поднимается, либо опускается. Ну, по-моему, пока что он опускается, да. Потом, чтобы смотреть и ржать над собой, да. Поэтому я это и делаю, все. Ну, а так, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. А и вот X2 можете тоже брать. Играть в Блиц, да. Вот, понимаете, да, вот эта вот соль, вот эту всю тонкость льда. Играйте в крутые игры и в Блиц играйте. Ну, типа, она не крутая. Кек, да. Блин, дебил. Сам с собой разговариваю.